Надія Сербур, головна режисерка Миколаївського міського палацу культури «Молодіжний», організатор різноманітних міських масових заходів та улюблених містянами фестивалів, креативна і дуже позитивна особистість. Доброго вам ранку! Добре. Весь цей позитив принесли до нашої студії. Я старалась. Мені дуже подобається у вас. Спасибо, що пригласили. Сьогодні ми з вами будемо говорити на таку тонку тему, на яку багато хто з жінок просто відмовляється говорити, і багато хто заперечує, що є якісь ті чи інші проблеми. Є навпаки, коли людина здається зовні зовсім худою, так, а вона постійно каже, мені потрібно ще там, я постійно сиджу на дієтах, постійно їм одні кашки і так далі. От сьогодні ми будемо говорити на таку, начебто, і звичайну, і незвичайну тему. Я знаю, що у вас також були певні проблеми з зайвою вагою. Навіть не те, що певні проблеми, а певні проблеми з прийняттям себе. Була, да, так. З чого, власне, це починається? З раннього дитинства чи, можливо, в підлітковому віці? Як це? Ну, вы знаете, я просто от природы своей крупный ребенок была, и еще хороший у меня рост высокий. И у меня была очень любящая семья, и я до какого-то определенного момента считала, что я прекрасна. Я просто прекрасна. А вот когда я пошла в школу, когда уже подростковый возраст появился, кем меня только не называли. Ну, конечно, это меня обижало, очень сильно задевало. Вот, особенно потом, когда пошли гормоны, когда у меня начала расти грудь. Это же доброе. Для кого-то доброе, а в школе это страшные комплексы. Я даже сутулиться начала, потому что все это прятала. Вот, ну, думаю, ладно. В принципе, вы считаете, что я какая-то не идеальная внешне, я буду умной. Ну почему нет? Надо же выбирать сторону. И в какой-то определенный момент я стала замечать, что в принципе моя интересная личность гораздо больше привлекает ко мне мужчин, противоположный пол, чем мои прекрасные, замечательные, пользующиеся спросом среди одноклассников сверстницы. Я подумала, а это очень, кстати, хорошо повышает самооценку. И я как-то начала в своих глазах от этого хорошеть. Вот. И потом уже со временем, конечно, сейчас это очень модно, эта фраза «полюби себя такой, какая ты есть». Как сказать, она сейчас разве что из утюга не звучит. И нас на тренинги приглашают, нас учат себя любить. И заканчивается, как правило, это тем, что женщины садятся опять же на диету. Идут в спортзал, делают ногти, ресницы, губы. Любят себя такой, какой есть. Любят себя такой, какой есть. И я же люблю себя. Получается, это такой крик, полюбите меня, пожалуйста, полюбите меня. Вот такой, я же все делаю для этого. Вот, но это так не работает, потому что какая бы ты красавица ни была, обязательно найдется человек, который будет считать тебя уродом. И, мой главный совет, это мой способ полюбить себя. В первую очередь, девочки, запомните вот этот жест. Смахнуть с себя шелуху общественного мнения. Что бы ты ни делал, всегда найдутся хейтеры, которые скажут, ты плохая, ты некрасивая, ты толстая. Хорошо, я знаю сама за себя все, поэтому мне совершенно не интересно ваше мнение. Мне надо худеть. Почему мне надо худеть? Мне не надо, вам надо. Я так не считаю. Особливо, мабуть, ображає, коли спілкуєшся з людиною, у якої є такі ж самі проблеми, да, так? А вона каже тобі, що тобі потрібно, за собою чому людина. Ви знаєте, я гедоніст по житті, і я люблю отримувати удовольствие здесь і сейчас. Это мой принцип жизненный. Лежит замечательный шашлык, баранин, жирненький. Съесть его сейчас и получить вот это сиюминутное удовольствие сейчас, или не съесть его в надежде, что я через какое-то время похудею, и меня кто-то полюбит. А завтра может просто не наступить, потому что ты свернешь за угол, тебе кирпич на голову упадет, и все. Но я не хочу. Я была на 10 килограмм больше, я была на 20 килограмм худее, чем я есть. И счастливейшая история. Ни в коем случае. И даже внешне я тот случай, который говорят, что худая корова не лань. Но мне не идет быть худощавой. Да. А на 10 килограмм больше, такой период был, стресс, я очень сильно его заедала. И
Мне не понравилось это ощущение, потому что у меня там начались проблемы со здоровьем, какая-то одышка, и мой организм сказал, тебе это не нужно. И как-то я ограничила просто порции, и в течение какого-то времени я вернулась в свой вес, и я прекрасно себя чувствую, я полна энергии, я полна жизни, я себе искренне действительно нравлюсь. Ну, может кто-то сказать, что я плохо выгляжу, но это его субъективное мнение, это его проблемы, это его комплексы. То же самое, как женщины очень часто страдают от того, что раньше страдали, что мне нечего одеть. Ну, это ложь. Сейчас интернет, весь мир, это тенденция к бодипозитиву, все завалено вещами на любой размер, прекрасные, замечательные, яркие, трендовые вещи. Ну как? Уже просто не умеют носить этого еще. Во-первых, это, во-вторых, опять же комплексы. Раньше было, заходишь в магазин очень часто, и так как не рентабельно покупать вещи больших размеров было, стандартные вещи, и ты заходил в магазин, какая-то продавщица, самоутверждаясь, говорит тебе, на вас у нас ничего нет, на вас. Ну, и ты думаешь, конечно, любая нормальная женщина, значит, я неправильная какая-то. А сейчас оставим эти магазины, пусть они разоряются. Есть интернет, пожалуйста, закажите себе, сделайте шаг к себе, полюбите себя чуть-чуть. Люблю, шелуху сбросила, люблю. Такі проблеми психологічні є не лише у тих, кого є зайва вага, є у тих, навіть кого навпаки немає. Тому що, от, наприклад, ще моя прабабуся, тепер мій батько завжди каже, що жінка без живота є корова без хвоста. І постійно, коли я приходжу до нього в гості, вони завжди мене намагаються чимось нагодувати. Хоча от я знаю, де в мене мої мінуси і плюси, на дієтах хоча не сиджу, але все одно намагаюся збалансувати то. Правильне харчування якесь менше, більш-менш. І знаючи, що в мене росте живіт, наприклад, не ростуть стегна, то я намагаюся менше їсти іноді просто. Бо є ті, кому, наприклад, костюм придбати дуже добре, да? все по комплекції. А є такі, як я, наприклад, вверху, якщо тут сходиться, то тут уже дуже навпаки багато місця ще. І як мужчинам подобається цей типаж груша, ну вам просто повезло, вам навіть коректувати нічого не треба, замечательно ви виглядите. Нічого подобного я розгляділа у вас. Ну я не знаю, ну мені чому-то кажуть, что и мужчины также подвержены вот каким-то стереотипу, что ну, сейчас это уже только в нашей стране, вот на этом постсоветском пространстве остался вот этот стереотип, что женщина должна быть худой. Ну как весь мир? Як щодо чоловіків, вони ж також мають свої комплекси. Є ті, які навпаки дуже самовпевнені, незважаючи на те, що в них там спереду вже такий гарбузик росте. А є такі, які навпаки постійно займаються і здається їм, що немає меж для вдосконалення. Ну, у каждого свої таракани, мені кажеться. І, ну, все-таки мене більше привлекають мужчини, які уверені в собі. Вот, хоча, звісно, ну, наверное, любому чоловіку подобається тіло. Тіло, на в то-то і діло, що воно тіло. Если человек тебе выбирает только из-за него, где гарантия, что когда случится какое-то несчастье и что-то с твоим телом произойдет, тебе тут же не поменяют на более совершенную модель. Все, если в тебе видят только тело, не видят личность, ну это же очень обидно. Ты стараешься, стараешься, а получается вот несчастная женщина, да все я для него сделала, я для него... Зачем ты делаешь только для него? Ну сделай для себя что-нибудь, ну полюби себя тоже хоть чуть-чуть, и тогда мужчине будет интересно. Ну, мне кажется, что, конечно, это комплексы есть у мужчин и у женщин, это все из детства идет, ну, потому что дети в основном такие достаточно злые существа, по большому счету. Ну, мы все прекрасно себя помним в подростковом возрасте, как выбирали одну жертву, ее травили. Я очень часто в Фейсбуке сейчас есть одна девочка, я читаю ее, и я понимаю, что ее комплексы уже переросли до такой степени, она говорит, откуда это произошло. Ее травили в школе за то, что она была полная. Ее в прямом смысле, и ведь это не первый жир-трест, кого как только они называют. У меня тетя лошадь была, потому что я была еще и высокая, помимо всего. Ну,
Ну, не знаю, я все равно как-то... Це треба перерости да, із... Да, да, да. Самою просто дійти до цього. Для чоловіка з інтелектом, як в фільмі известном, говорять, нет нічого невозможного. Не обов'язково мінятися внешне, просто поміняй своє відношення к происходящему. Дякую вам за таку цікаву та корисну бесіду. Сподіваюся, наші глядачі обов'язково візьмуть собі на заміточку і почнуть любити себе і сприймати себе такими, якими вони є. Нагадаю нашим глядачам, що сьогодні в нашій студії була Надія Сербул, головна режисерка Миколаївського міського палацу культури «Молодіжний». Креативна та дуже позитивна особистість і весь цей позитив вона принесла до нашої студії. Ще раз вам дуже дякую.